Так и так, всем привет. Сегодня мы снимаем прощание с фаэтоном, заключительную часть. Сегодня я обязательно поставлю сюда нормальную акустику, то есть не буду колхозить. Единственное, что реально здесь осталось сделать, то поставить правильную музыку. Без каких-то там преувеличений, без сабвуферов, без усилителей. Вообще надо выйти из образа вот этого артхаусного персонажа, который живет в сарае, ездит на фаэтоне, заправляет его на последние деньги. Вот. Но такой у нас персонаж печальный получился. Вот. Я все не могу никак отойти, потому что мы это снимали, наверное, минут 40, даже час. Вот. Такая атмосфера получилась, согласитесь, такая интересная очень. Что касается музыки, захотелось немножечко улучшить, потому что, ну не знаю, может быть старые динамики, может быть еще что-то, но звук уже не тот. Уже эту музыку нельзя назвать премиальной, поэтому сегодня мы немножечко освежим и, может быть, некоторые там какие-то изъяны по салону доработаем. Трагедия была в этом автомобиле, когда он разваливался, когда у него была там пневма глючево, когда глючева коробка, были проблемы с двигателем, с тормозами, с подвеской. И я стоял перед таким огромным вызовом, как этот автомобиль привести в порядок. Ну и казалось, что нужны нереальные вложения, нереальное количество времени там сидеть на форумах и знать, что лучше, как лучше подобрать, какую деталь, что поставить и все остальное. Но в итоге цена вопроса оказалась 150 тысяч рублей. Я решил остановить этот проект, потому что, ну, эта машина сама по себе идеальна, и колхозить нее не хотелось. Перекрашивать, затягивать пленкой, ставить обвесы, ставить салон тот же самый, да, там, от более дорогих моделей. И просто хотел показать в этом видео, да, мы сравнивали с 220-м Мерседесом ее, сколько стоит возродить легенду и сколько обойдется ее обладание этой легендой. Конечно, стоя в потоке обычного города России, среднестатистического, не Москва, не Питер, в основном стоят автомобили B-класса, ну и C-класса. В основном это B-класс. Вот Авиа, Альмера, Гранта, Рио, Логан, вот Лансеры, БУ. В основном это автомобили с бюджетом до 350 тысяч рублей, если там до 500. Стоя рядом с ними на фаэтоне, ты прекрасно понимаешь примерно, что твой автомобиль стоит примерно так же. Ну, плюс-минус, там, как договоришься, но, поверьте, начальная стоимость этих автомобилей, она никак вообще не имеет ничего общего с той суммой, за которую ты в итоге заберешь. Преимущество у этих автомобилей, да, безусловно, они дешевле, они в обслуживании дешевле, потом их проще продать, но сейчас пойдет зимний период, скользкие дороги, дожди, и здесь ты понимаешь, во-первых, ты смотришься солиднее, во-вторых, ты сидишь более в безопасной капсуле, которая в случае чего сохранит тебе жизнь. Поэтому, ну вот на этом, скорее всего, и преимущество заканчивается. Ну, может быть, еще можно человеку, который не очень разбирается в автомобилях, ну, так вот скажем, можно еще немножечко пустить пыль в глаза. Итак, Александр. Да, привет. Как тебе тачка? Тачка огонь. Места здесь очень много, конечно, сзади все очень круто. В общем, смотри, последняя задача осталась в этом автомобиле. Это действительно сделать ее... В общем, здесь все хорошее. Кожа, более-менее мультимедиа на тот момент, хорошая шумоизоляция, хороший климат-контроль. Но обязательно нужно сделать хорошее звучание. Потому что основная проблема, здесь нет USB, здесь нет Bluetooth, AUX. То есть первая проблема, это я не могу послушать музыку, естественно, со своего телефона. А второе, это, ну, звучание так себе. Я хотел бы тебе продемонстрировать звук. Серединка не хватает, конечно, яркости на ВЧ, и хочется вот именно... ВЧ — это высокие частоты. Да, высоких частот не хватает, прям таких каких-то живых, ярких не хватает. И по басу хочется все-таки какого-то объемного звука. Здесь
Какой-то бас есть, он такой высокий. Но смотри, вот единственное пожелание, не хотелось бы колхозить ничего цветными магнитолами, нарощенными какими-то, вот знаешь, вот пищалками в дверях, то есть какими-то супер сабвуферами. Нужно сделать так вот, как будто здесь, как будто ничего и не было. То есть... Вообще посмотрим, как все здесь подключено, какая система здесь по каналке, либо как имеется, может, в виду, то, что здесь стоит 4 динамика, по факту 4 выхода, и твиттер, получается, с мидбасом играет вместе, и спереди, и сзади, возможно, это так. А возможно, стоит по каналка, как по типу в BMW делают. То есть каждый динамик на своем канале усилитель висит. Это достаточно, в принципе, громко играет система, но не хватает драйва какого-то, да, не хватает ВЧ, не хватает баса такого объемного. То есть в любом случае скрытие покажет? Да, будет понятно. Вот, ну ладно, тогда оставляю вам автомобиль, как всегда. Да, задача понятна, сделаем. Итак, прошло 3 дня, на самом деле работы длились 24 часа, но сегодня я решил забрать фаэтон. Насколько я знаю, что вы поработали со штатной акустикой, то есть вы ее поменяли и решили сами, решил сделать шумоизоляцию. Да, шумоизоляцию мы сделали 4 дверей, потому что это обязательная процедура. Намного сейчас улучшения. Тяжелее стало? Двери потяжелее стали, несмотря на то, что мы использовали самый легкий материал. Кстати, даже не чувствуется того, что они тяжелее стали, потому что они и так тяжелые были. А что вы именно вибро делали? Или? Здесь применено 4 слоя. Виброизоляция здесь, виброизоляция здесь, виброизоляция на пластике и шумоизоляция на пластике идет. Ну, внешне очень круто, что никаких изменений, там ни значков, ничего, там ни наклеечек. Это очень круто, да. Давай послушаем систему теперь. Здесь мы поставили USB-адаптер. Теперь в этом магнитоле появился USB и AUX. Функция, она реализована через кнопочку CD. Включаем CD, у нас будет AUX, который выведен здесь в бардачке. Поставили двухполосную акустику от компании Oris Electronics. Поставили ВЧ и мидбас. Вперед, надо сейчас оценишь, именно какие звуки изменились в системе. Так, включаем, да? Ну, четче стал звук. Ушло ощущение старой магнитолы. Вот старой музыки с пыльными колонками. Вот такой был. Вот мы сейчас добавились в ВЧ, яркость добавилась, и бас такой более мягкий, глубокий появился. Еще как бы автомобиль из толстого железа с хорошей шумкой. Тут в любом случае, это не... Если поставить, например, то же самое на автомобиль попроще, там... классом ниже, даже несмотря на то, что он новый, возможно, звук был бы и похуже. Да, возможно. Потому что здесь натуральные материалы. То есть вы, получается, поменяли все штатные колонки? Заменили все штатные динамики. Угу. Сколько их здесь все оказалось? Здесь, получается, трехполосный фронт и двухполосный тыл. И со штатным усилителем все так... Все, со штатным усилителем интегрировано. Со штатной головой, да, без колхоза. Да, да, да. Усилитель не стали менять, потому что, в принципе, он нормальный. Мне очень нравится. Очень. Реально круто. И я так понимаю, что это не космических денег стоит. Да, это все бюджетно. Как бы понятно, что можем подойти к вопросу и дороже, но есть ли смысл? То есть это только колхозить не больше хочется, да. Для ценителей, наверное, когда делаем там подиумы для твиттеров, для серединок, например. А здесь все осталось в штатных местах. Имеем внешний вид в полном стоке, но с измененным звуком. Но еще дополнительная шумка еще дается. Шумка в любом случае она сделала свой... Получается, свою ноту внесла в звук, и это по-любому в лучшую сторону. Так, давай попробуем проехать. Повлияла ли она на ходовые качества автомобиля, на шумность во время езды? Мне кажется, даже стало чуть-чуть меньше пластикового звука. Раньше тут были
так, ну, в любом случае кузов играет, обшивки ходили, как будто сейчас они четче сели, и не хочется, конечно, верить в то, что четыре двери как-то повлияло на дико на шумоизоляцию, но вот так вот, если ехать, мне кажется, по ощущениям, мотор стало меньше слышно. Ну, если вывод взять о премиальных автомобилях, в основном у них у всех сделан хорошо пол, багажник, арки, все хорошо сделано, и всегда в них мы дорабатываем только двери. Двери реально являются слабым местом, получается, в этих автомобилях. Мне кажется, они и так тяжелые, их даже утяжелять им не хочется. Ну, то есть здесь и шумопоглотитель дает свое, то есть он все равно забирает всякие вот эти звуки. Плюс обработка антискрипа. А, вы все-таки обрабатывали? Ну, антискрип, да, то есть это материал будущего, которым стыки обрабатывают. Если вы, а если априори обработать антискрипом, лучше будет? Да, конечно. Ну, там в комплексе же делается не только антискрип, но еще вибры и шумоизоляция. Ладно, Саш, спасибо тебе большое, что ответственно подошел к задаче. Как всегда, все выполнил правильно. Это очень круто. Спасибо. Все, ждем вас снова. Ну что, пора прощаться. Наконец-то ты выглядишь прекрасно. Теперь, на мой взгляд, в тебе все идеально, все хорошо, все классно. Ты красивый, ты качественный, и ты солидно и классно выглядишь. Конечно, можем, мол, на самом деле попробовать еще там понабирать просмотры, ставя колеса, гоняя на нем без резины на дисках по асфальту, пуская там искры, одеть зубастую резину, поехать на бездорожье, покрасить в розовый цвет, поставить обвес дешевый. Но как бы это не мой случай, потому что этот был проект для меня прежде всего для того, чтобы красиво вам показать автомобиль, может быть, который неизвестен на нашем рынке. Рассказать про него, про то, что он существует. Может быть, кто-то загорелся этим автомобилем. Кстати, большое спасибо ребятам из группы Phaeton Club за советы, за информацию, которые, безусловно, нам помогли сэкономить большое количество денег. В итоге, оживляя этот труп, мы не потратили большое количество денег. Машину ни разу нас не подвела, проехала все русскую зиму прекрасно, заводилась всегда, и не было у нее определенных проблем. Вот. Но как бы этот был проект для того, чтобы вам красиво. Мы хотели в каждую серию добавить немножечко какого-то художественного видео, передать атмосферу там, где этот автомобиль находится, там, где он используется, и немножечко, может быть, придать какой-то драматургии. И на этом я заканчиваю проект с Фаэтоном, потому что колхозить я его больше не буду. Мне кажется, он прекрасен в том виде, который он сейчас есть, со всеми работающими агрегатами. Открою вам небольшой секрет. Около 7 месяцев я уже не езжу на этом автомобиле, потому что у меня появился другой автомобиль. Этот проект уже более как бы направлен на результаты, потому что я всегда хотел быстрый автомобиль. Но по определенным причинам 7 месяцев я ждал, чтобы показать его на YouTube, потому что этот автомобиль чуть меня не убил ровно 6 месяцев назад. То есть этот автомобиль на полном бусте выставился боком на 180, как бы, и я чудом уцелел. И я долго привыкал к нему. Мне этот автомобиль для меня очень важен. Он очень эмоционален, я его ненавижу, я его люблю. Но могу вам признаться честно, что с ним я пока ничего не делал, ждал вашего внимания и ждал момент, когда его можно показать. Я сначала думал, что я не хочу про него снимать ничего, потому что в один момент он отнесся ко мне не очень уважительно, так скажем. Но, тем не менее, я собрался с мыслями и готов вам представить свою новую страсть. Посмотрите просто на него. Ну вот, вот он, черный, такой же красивый, брутальный, солидный, я бы так сказал, эффектный,
И, кстати, вот когда вот я сейчас первый раз в жизни поставил фаэтон с ГТРом, я посмотрел, какой он большой. Ну, реально, этот, как я уже говорил, это автомобиль шире и длиннее Геленвагена, и как бы для меня до сих пор... Это какой-то шок. Я до сих пор не могу представить, что эта машина действительно такая огромная. Настает момент передачи прав, внимания вашего с одного автомобиля к другому. Этот автомобиль, конечно же, уже совсем другой. Стоит он не 200 тысяч рублей, намного дороже. Автомобиль вы этот видели уже на YouTube, я уверен, не раз. Вам будет приятно узнать, на каком канале вы его видели, потому что он собрал там достаточно большое количество просмотров, когда был у предыдущего хозяина. Также вы можете, могли его наблюдать, конечно, на других номерах, на Lime 500. Я постараюсь рассказать про этот автомобиль по-своему, не идеализируя этот автомобиль как самый лучший, как самый, я уже кучу минусов в нем нашел, как самый идеальный автомобиль, как самый быстрый, который рвет всех. Тот облик, который мы привыкли видеть в ГТРах, в интернете и везде. Не хочу красить его в разные интересные цвета, там что-то херней какой-то заниматься, чтобы привлечь внимание. Хочу просто рассказать по-своему, эффективно, полезно, и мало ли, вдруг, как с фаэтоном, вы когда-нибудь захотите себе купить такой же автомобиль, и перед чем вам придется столкнуться. Начну эту историю с самого момента покупки, мы перенесемся 7 месяцев назад, как я выбирал, как я его покупал, как я его вез. В общем, там будет достаточно интересно. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, это очень нужно. И до встречи!